Здравствуйте. В эфире информационный выпуск программы «События» в студии Виктория Бичурина. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси, сообщили Белта в Министерстве образования. Акция продлится по 8 января 2017 года. Ставшая уже традиционной, она позволяет привлечь внимание к проблемам детства, оказать помощь и поддержку наименее защищенным категориям детей, нуждающимся в особой заботе и внимании государства и общества, отметили в Минобразовании. В Сморгонском районе также запланирован и пройдет ряд благотворительных мероприятий в рамках акции «Наши дети». Заместитель министра Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Худалеев посетил Гродненскую область с двухдневным рабочим визитом. В рамках пребывания на Гродненщине генерал-майор внутренней службы принял участие в заседании Сморгонского райисполкома. В ходе официального визита рассматривались вопросы выполнения закона Республики Беларусь о пожарной безопасности. Особым пунктом в обсуждении вопросов пожарной безопасности проходило повышение качества пожарно-профилактической работы в жилом секторе. Сморгонскому исполкому необходимо на постоянной основе детально анализировать складывающуюся обстановку в районе и грамотно планировать работу в данной сфере, совершенствуя взаимодействие субъектов профилактики и привлекая старост деревень, подчеркнул Александр Федорович. Рекомендовано обратить внимание на важность проведения разъяснительной работы по вопросам безопасности на сельских сходах и в трудовых коллективах. Замминистра по чрезвычайным ситуациям отметил, в Беларуси, в том числе и в Гродненской области, наблюдается снижение несчастных случаев, связанных с гибелью людей в огне. Однако трагедии все еще происходят. Красной нитью в обсуждении складывающей ситуации прослеживалась тема сотрудничества всех заинтересованных субъектов профилактики. Со всеми проблемными вопросами, касающимися пожарной безопасности, жители района смогли обратиться и напрямую пообщаться с руководством министерства по чрезвычайным ситуациям во время проведения прямой телефонной линии. В комментарии представителям средств массовой информации заместитель министра МЧС отметил особую роль, которая отводится СМИ в профилактической работе. Рассказал о ситуации с пожарами и гибелью на них людей в Гродненской области и республике. Без внимания не осталась и тема повышения уровня культуры безопасности граждан, а также расширения практики, направленной на формирование необходимых навыков поведения в различных чрезвычайных ситуациях подрастающего поколения. Основная деятельность направлена на координацию работы по снижению гибели людей, под снижению травмирования и материального ущерба в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварий и стихийных бедствий. Это тот основной аспект деятельности нашего ведомства, которым мы занимаемся. И, безусловно, в этой работе мы взаимодействуем плотно с органами местной власти, с субъектами профилактики, для того, чтобы повысить результативность этой работы. В настоящий момент наблюдается тенденция по снижению количества пожаров, количества погибших. Нас эта ситуация, безусловно, радует. Эта тенденция сохраняется на протяжении уже десятка лет. И это говорит о том, что те меры, которые принимаются министерством, всеми субъектами профилактики, дают свой результат. Вся боевая работа, она, конечно, четко видна. Я там в двух словах просто скажу, что в результате боевой работы в рамках министерства, совершено более 10 тысяч выездов на оказание помощи людям, независимо от того, дорожно-транспортное происшествие попало, там человек упал с высоты, там завалило, пожар, там где-то пострадал в огне и так далее. Более 3 тысяч человек спасено. Мы сегодня говорим о том, что автономные пожарные извещатели спасли более там, уже исчисляются тысячами спасенной жизни, там, где человек спал, вовремя отреагировал и так далее. Тот вклад, который делают средства массовой информации в части освещения, в части доведения этой информации, он просто неоценим. Я вам скажу честно, может быть, в полной мере мы оценить, результаты этого труда не видим, То есть кто-то, где-то услышав вашу информацию, уже подумал, можно ли оставлять ребенка, Оно же не видно этой прямой этой работы, Но результат в том, что этот ребенок сегодня в тех списках погибших нет, И это тот невидимый труд, который сегодня, вклад, который переоценить нельзя. Скажу больше, мы, используя средства массовой информации, спасибо, что вы нас поддерживаете, мы создаем центры безопасной жизнедеятельности. Сегодня стараемся создать в каждом регионе республики. Такой центр в рамках Гродненской области будет в городе Лидь. Потом мы впоследствии хотим создать его и в Сморгонском районе.
аналогично. Где будут проходить детки обучение, да? Где дети эти, став взрослыми, будут учить своих там детей, да? И так далее и тому подобное. Научив, мы просто сделаем население грамотными в вопросах создания условий безопасной жизнедеятельности. Генерал-майор внутренней службы выделил положительные тенденции, происходящие в обществе, в политике обеспечения безопасности жизнедеятельности. Александр Худалеев отметил, что даже при уменьшении статистических показателей по пожарам, темпы профилактической работы, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, снижать нельзя. Методы и формы должны быть разнообразными, чтобы максимально задействовать все возрастные и социальные категории населения. Мы сегодня акцентируем свою работу, не массово распыляем свои силы, акцентируем и сосредотачиваем на категорированных гражданах. В первую очередь, это, безусловно, многодетные дети, многодетные семьи, там, где трое и более детей. Семьи, где дети находятся в социально опасном положении, безусловно. Вот. Это одинокие престарелые. Это инвалид, то есть та категория, которая сегодня в полной мере не может обеспечить самостоятельно свою безопасность. Неоценимый вклад вносят сюда, я говорил, и социальные службы, и органы внутренних дел, еще ряд лиц, ряд организаций, которые в этом заинтересованы. Безусловно, основной причиной вообще данного положения дел или там гибели людей, да, связанной с этой категорией, это является то, что во многом мы не замечаем, или там председатели сельсполкомов не отдают отчет той работе, которая сегодня требуется на местах, да, то есть не видим то, что происходит сзади. Наша пассивная позиция гражданская, да, позволяет нам не реагировать на те вызовы, угрозы, которые там существуют в этих социально опасных семьях, где эти дети остаются одни. Да? Там, где председатель исполкома является хозяйственником на земле, да, он, соответственно, принимает меры к тому, чтобы где-то обезопасить этих деток, где-то поинтересоваться, где-то лишний раз привлечь работников социальных служб, где-то работников МЧС, где-то работников органов внутренних дел. Тогда, соответственно, и родители совершенно по-иному реагируют на эти вопросы. Если касаться инвалидов, то здесь мы, координируя эту работу, стараемся привлекать где-то близких родственников, где-то социальные службы в части того, чтобы оказать какую-то посильную помощь, где-то из средств местного бюджета приобрести там автономные пожарные извещатели, чтобы где-то обезопасить человека, который там с трудом передвигается, чтобы он вовремя мог отреагировать на тот или иной сигнал или там, на ту или иную угрозу. Есть еще ряд моментов, связанных созданием безопасных условий, которые сегодня вырабатываются, в том числе и с Маргонском работы. Мы сегодня говорим о том, что телефон нашей службы – это не только телефон, по которому можно обращаться в случае пожара. Обратившись по телефону 101, вот объединение этих всех диспетчерских служб, наш диспетчер может передрисовать всем заинтересованным службам любой сигнал поступивший, независимо от того, нуждается человек в помощи и в квалифицированной, даже если врачебной, соответственно, этот сигнал будет переадресован на 103. Это создание так называемой единой дежурно-диспетчерской службы. И мы сегодня способны эти функции выполнять. Не остались в стороне вопросы поддержания пожаробезопасного состояния промышленных и сельскохозяйственных объектов, разумной эксплуатации печей и бытовых отопительных котлов в жилом фонде, учету, сносу и консервации бросовых строений, активизации разъяснительной работы с освод по выходу граждан на тонкий лед и другие. Также Александр Худалеев акцентировал внимание на появившемся весной этого года мобильном приложении для смартфонов и планшетов МЧС Беларуси «Помощь рядом», которое на сегодняшний день уже установили более 30 тысяч человек. В завершении замминистра МЧС встретился с личным составом пожарной аварийно-спасательной части номер 1 Смаргонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Далее к следующим событиям. Работники Смаргонского РОЧС сообщают, 9 декабря 2016 года при участии Смаргонского района проводится республиканская штабная тренировка с органами управления и силами госсистемы по чрезвычайным ситуациям по теме «Действия органов управления и сил госсистемы по чрезвычайным ситуациям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период».
Сотрудники Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям напоминают жителям города и района. Услышав сигнал «Внимание всем!», следует включить телевизор или радио и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий. Если предупреждающий сигнал застал на улице, найдите ближайшую телерадиоточку для получения более подробных инструкций. Рекомендуется держать включенными средства связи в течение всего периода ликвидации чрезвычайной ситуации. Действовать согласно поступающим указаниям. Каждый человек – это особенный микромир со своими заботами и увлечениями, но при этом у многих из нас похожи интересы и запросы. Порой, чтобы их удовлетворить, необходимо объединиться с другими людьми, ведь вместе легче достигнуть цели. Молодежные субкультуры – это языки молодежных сообществ. Молодежный акцент под таким названием в Сморгоне прошел первый творческий квартирник, который объединил представителей различных молодежных субкультур района. Ярко, оживленно, интересно и многогранно – все это можно сказать о первом масштабном фестивале молодежных субкультур, который прошел на минувших выходных в Сморгонском центре культуры. Уже доказано, что молодежные субкультуры являются неотъемлемой частью общей культуры, как белорусской, так и общемировой. Самых талантливых представителей культуры музыкальных и танцевальных стилей, представителей арт-субкультуры, традиционных направлений христианской и этнокультуры собрал под своими крыльями неординарный молодежный квартирник. Сегодня у нас впервые в Сморгоне состоялся, я уверена, точно говорю, что состоялся квартирник, на котором собрались самые талантливые представители нашей молодежи различных субкультур. Называется наша встреча «Фестиваль молодежных субкультур», «Молодежный акцент». И вообще приурочена эта встреча Международному дню борьбы со СПИДом. И я благодарю всех участников за то, что они отозвались и волновались, естественно, как отреагируют зрители, вообще придут ли. Очень много в нашем зале людей, даже места не хватает всем. Вот. Ну, мы для всех, конечно, нашли такое местечко уютное. Вот. В таком плане проходит в теплой, уютной атмосфере наша. Долго ли готовили там сделать? Вообще мы встречались отдельно с теми же гитаристами, мы отдельно встречались с мотоциклистами. У нас были отдельные мероприятия для любителей хип-хоп-музыки, естественно, для любителей эстрадного пения. Были такие встречи, но они были все по раздельности. Мы решили сегодня собрать именно в одном месте всю элиту всех сливок, что ли, нашей сморгонской молодежи, вот в таком плане. В небольшом зале практически не было пустующего места. В воздухе витал дух свободы и творчества. Как и полагается, обстановка на квартирнике была непринужденная и полностью располагала к дружественному открытому общению. Большой интерес у присутствующих вызвали музыкальные и танцевальные выступления сольных исполнителей и творческих коллективов. Артисты зажигали, зрители дружно аплодировали. Очень интересно и необычно было видеть народные коллективы в новом амплуа. Так народный ансамбль «Хуторок» взорвал зал, выступив под битбокс сопровождения талантливого Максима. В нашем репертуаре песни от аутентики до поп-музыки, народные песни, фольклорные, под исполнение под аккомпанемент битбокс. Также в наших мечтах, наши мечты – это исполнение песен с рэперами, миксы всевозможные, со всеми направлениями, также с рок-музыкой. Надеюсь, все это мы осуществим в ближайшем будущем. Авторские и уже полюбившиеся мировые композиции, мастерство выступающих привнесли много драйва в общую позитивную энергетику мероприятия, которую вместе создавали музыканты и простые слушатели. Выступление солистов христианского проекта «Рыбы» – это коктейль из романтики, любви и таланта. Зал затих и зажегся светлячками телефонов. Боже, из христианского проекта «Рыбы». Поем и играем уже больше 3 лет. Я пианистка и пою, а Юра – гитарист.
Поем мы христианскую музыку, и не только христианскую музыку. Что нас вдохновляет? Мы черпаем вдохновение из окружающего мира, из людей, из разговоров, из улыбок, из каждое утро хочется что-то делать новое, славить Бога этим. Стремится, развивается и других этому учит. Это о Татьяне Тикоте. Молодость, энергия, блеск, жить ярко – девиз ее подопечных. Выступления юных сморгонцев отличаются разнообразием красок и настроений. Я люблю музыку. Для меня музыка – это жизнь. Танцы, песни, пляски – это все про меня. Вот, поэтому я играю на гитаре и пою, и я танцую. У меня своя студия танца «Ladies». Вот я работаю только с девочками. И в Центре творчества детей и молодежи, там у нас кружок «Основы игры на гитаре». Именно там ребята учатся со мной играть и петь на гитаре. Каждый человек, он творит свои судьбы. А если человек выбирает свое любимое дело, то он творит вдвойне больше. Вот, поэтому мы сегодня здесь, чтобы показать, продемонстрировать и привлечь еще больше народу, чтобы мы не боялись творить, заниматься любимым делом и собирать как можно больше народу. Очень много талантливых ребят, мальчиков, девочек. И вот, мне кажется, не зря мы здесь сегодня собрались. Я думаю, многие из них станут еще смелее и придут, и будут тоже заниматься чем-то своим. Держитесь крепче, господа. В зал на сверкающих хромом и ласкающих слух урчанием моторов в железных конях въехали представители байкерского движения «Сморгони» и «Ашмян». Присутствующие были под впечатлением. Любители двухколесной техники рассказали о традициях своего уже не увлечения, а ставшего стилем жизни движения. Финальным аккордом фестиваля стало выступление сморгонской рок-группы «Меандр». «Не представляю свою жизнь без музыки», утверждают все как один участники молодежного фестиваля. Мероприятие прошло успешно и оставило после себя большой заряд положительной энергии, подытожили организаторы, работники Сморгонского центра культуры. Оно стало ярким подтверждением тому, насколько богато талантами и творческими достижениями наша сморгонская молодежь. Дорогого сына, брата и мужа, Жабинского Владимира Ивановича, поздравляют с днем рождения родители, брат Денис и жена Татьяна, и дарят ему следующие строки. «Пусть жизнь твоя течет без огорчений, неся с собою ласку, радость, свет. Мы тебя хотим поздравить с днем рождения, здоровья, сил, терпения на много-много лет. Пусть будет полной чашей дом, и дети радуют все время своей заботой и теплом. Пусть ангел-хранитель тебя укрывает от всякой обиды земной. Пусть сердце твое никогда не узнает из тысячи бед ни одной». Внимание, акция! Только до 31 декабря 2016 года в магазине номер 10, расположенного по улице Победы, 4, филиала «Военсервис», снижены цены на товары. Масло растительное «Камака» 2 рубля 14 копеек, майонез «Столичный» 1 рубль 63 копейки, пряник «Шоколадный вкус» 1 рубль 61 копейка, рыба свежемороженая за 1 килограмм, скумбрия 4 рубля 63 копейки, сельдь 3 рубля 52 копейки, минтай 4 рубля 63 копейки. Приглашаем за покупками. У «Сморгоні» іде подписка на светлый шлях на первое полугодие 2017 года. Кожному подписчику коляровый календарь у подарунок. По выниках подписки за первый квартал 2017 года, той, у кого у квитанции об оплате на подписку газеты «Светлый шлях» супадуть три опошние личбы, отрымая подарунок от редакции. Подписка на газету «Светлый шлях» на 6 месяцев дае махчимость разместить у газете на гэты период две бесплатные рекламные объявы або одно веншаванне. Заставайтесь с нами! Сморгонь ожидают погодные качели. В начале зимы в Сморгонском районе погода будет отличаться своим непостоянством. На смену сибирским морозам приходит атлантическое тепло. В ближайшие дни территория Сморгонского района будет находиться в теплых воздушных массах, поступающих к нам с Атлантики. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 5 градусов.
В субботу, 10 декабря, территория Сморгонского района будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Балтики. Начнутся осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут плюс 3, плюс 5. Днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов тепла. К вечеру температура воздуха понизится до 0 градусов. С воскресенья, 11 декабря, территория Сморгонского района будет находиться в прохладных воздушных массах. Возможны осадки в виде снега. Ветер восточный, умеренный. Температура ночью составит 0-2. Днем похолодает до -2-4 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица. С понедельника, 12 декабря, начнут поступать арктические воздушные массы Северной Европы. Похолодает. В ночные часы пройдет снег. Температура воздуха ночью составит -2-4. Днем столбики термометров покажут 5-7 градусов мороза. Ветер северный, умеренный. Это были все события, о которых мы хотели вам рассказать. Впереди выходные. Берегите себя. Будьте в курсе событий.